На этой неделе завершилось всероссийское интернет-голосование, в ходе которого граждане страны выбирали название для моста через Керченский пролив, который свяжет Крым и материковую часть России. В итоге большинством голосовом было решено назвать мост Крымским. Вариант «Керченский мост» оказался на втором месте, а на третьем – мост воссоединения. Остальные варианты, такие как «Мост дружбы», «Мост воссоединения», «Российский мост», «Мост единства» набрали минимальное количество голосов. Теперь, когда новый путепровод получил окончательное название, можно будет переходить к следующему этапу. Скоро наименование «Крымский мост» появится на всех топографических и географических картах, дорожных указателях и, конечно, в официальных документах.